В Ахтынском районе на сегодняшний день вакцинированы более 60% жителей, однако все еще много тех, кто не получил прививку. В зоне риска пожилые люди, обезопасить себя и своих близких призывает учитель местной школы Джамиля Гаджиева. Я призываю вас вакцинироваться. Этим вы спасете не только себя, но и своих родных и близких. Вакцинируйтесь, и только тогда мы сможем вернуться к нормальной жизни.